будешь кушать? Вот он покакал. Отлично, сейчас будем изымать имущество. Он тоже хочет кушать, активно ищет еду. Тоже связал эти действия отжимания имущества с кормлением. Сразу активно начал обнюхивать территорию. Ну, салфетку я решила поменяю после кормежки. Так что сейчас покажу ему харчик. Будешь? Потерял. Скажи, не понял. Еще раз покажите. Ага, а это что? Это пинцет. А там дальше еще рука есть. Это нифига себе. Вот это да. Какая конструкция. Не, это в комплект не входит. Это отдельно. Да, это типа надо вот, оно будет ползтись, а ты будешь ловить. Давай. Я тебе вожу, а ты занимайся. Это у тебя как-то интересно получается. Крючок ведь я уже нашел. Сейчас только разобраться, где голова. Вот примерно тут говорит. Вот. Ну вот сейчас буду кушать, а что? Зачем эта суета лишняя? Скажи, тут для женщин суета. А я спокойный мужчина будущий. Все нормально. Это лишние еще движения какие-то. Нафиг оно надо. Не, ну, на голове, если присмотреться, тут мало того, что буква А и шикарная стрелочка. У него еще одна морда змеи нарисована, как вот два глаза над глазами. И вокруг носа вот обводочка. Если присмотреться, короче, красота. Обалдеть. Разрисованный, да. С полным ходом. Молодец. Не суетиться, не спешить. Все нормально. Умничка. Скажи, так я же мужик, поэтому не фиг суетиться. Суетологи, скажи, в другом контейнере сидят. Тут все нормально, все в порядке. Да. Способность, конечно, расширять нижнюю челюсть, это нечто. Если присмотреться, как это выглядит. Заметно. Старается, короче, старается. На все лицо старается. Кушать-то, скажи, хочется. Чтобы вырасти большим, красивым, надо не только линять активно, но еще и жрать хорошо. И гадить, пардон, регулярно. Все как положено. Почти скушал. Умничка. Начинает и по пищеводу пытаться пропихнуть, хотя еще не запихнулся до конца. Мероприятие у ребенка культурно-массовое. Ну почти. Почти. Старается. Умничка. Вот и все. Сейчас челюсти поправят. И останется пропихнуть к желудку. Все, покушал. И прошу кормовой объект по пищеводу дальше. Давай верну тебе имущество. Водичку. Домик. Двигайся, двигайся, двигайся. Вот так. Все.
меня еще будет очистить, но я думаю, сейчас я покормлю других своих питомцев. Он куда-то у меня заныкается, чтобы я его не обижала, какое-то укрытие, так сказать. Я тогда его в нем изолирую и нормально, спокойно смогу поубирать, не тревожа змейку. То есть он будет думать, что он сам сидит в укрытии. Так что все, покушал, молодца.